Так, щеночек, мы с тобой будем рисовать. Садись. О, здравствуйте, ребята! Я Эмилия. Я вам однажды рассказывала одну историю о том, как я проводила время с матушкой Фортуной. Можно я расскажу еще одну историю? Можно? Ура! Тогда слушайте. Я однажды встретила Дейза. Это друг нашей семьи. Он часто разговаривает с матушкой Фортуной. Наверное, это и есть ее важные дела. И мы даже с ним играли. Мне хотелось снова увидеть Дейза и поиграть. Ведь он так хотел меня увидеть. И почему матушка Фортуна запретила ему встречаться со мной, я не знаю. Что за секреты у матушки? Но после того, как я встретила Дейза, матушка Фортуна все-таки разрешила ему приходить ко мне. В тот день я не думала, что Дейза к нам придет. Я спокойно играла дома, а матушка Фортуна снова отправилась по важным делам. Я хотел бы спросить у вас, госпожа Фортуна, как поживает Эмилия? С ней все в порядке. Силы бьют ключом. После той встречи, когда мы вместе играли, она стала более спокойной. Не так много шалит, как раньше. Вы знаете, я был безумно счастлив, когда увидел госпожу Эмилию. Вы просто не представляете. Очень жаль, что вы не разрешаете видеться с ней. Но мне достаточно и той встречи, что каким-то невероятным образом случилось. Дейзи, может, вы сегодня придете? Приду. Я так подумала. Вы очень хорошо ладите с Эмилией. Возможно, я зря боялась. Дейзи, приходите к нам. Я вам дам возможность пообщаться с Эмилией. Вы серьезно? Абсолютно. Я даже и не мечтал об этом. Я клянусь, что сделаю все, чтобы госпоже Эмилии было хорошо. Значит, вы согласны? Да, госпожа, да. Ближе к вечеру матушка Фортуна пришла домой. Я не ожидала, что она приведет Дейза. Эмилия, я пришла. О, матушка, привет! У меня для тебя есть сюрприз. Я сегодня не одна пришла. Здравствуйте, госпожа Эмилия. Ах ты! Дейза! Ты тоже пришел! Да, для меня это большое счастье видеть вас. Вечер мы проведем все вместе. Правда? Это здорово! Давайте играть! Только бегать я сегодня уже не смогу. Много работы было. А мы будем играть в спокойные игры. Да, это было бы замечательно. Госпожа Фортуна, а в какие игры вы обычно играете с Эмилией? Самые разные. В последнее время мы играем в загадки. А еще с нами играет щеночек. Щеночек? Да! Вот этот плюшевый щенок. Я люблю с ним играть. Правда, он не разговаривает со мной. Не хочет. Но когда рядом с матушкой Фортуной, щеночек начинает говорить. Даже так? Сейчас я покажу. Где щеночек? Щеночек? А? Гав-гав? Я тут? Ух ты! Щеночек снова говорит! А что ты лежишь? Ты спал? Я? Нет, я просто сильно задумался. Так сильно, что прилег на столе. У нас сегодня гости. Щеночек, это Дейзи. Он с нами будет играть. Гав-гав, приветствую! Здравствуй, щеночек. А мы будем играть в загадки? Конечно, будем играть. Да, будем. Я не против. И я буду. Щеночек, ты готов? Да, гав-гав! Отлично, тогда начнем. Вот моя загадка. Он маленький, но очень сильный. Дверь охраняет всегда. Но если найти ключик верный, откроется дверка тогда. Дверь, ключик,
О, замок! Да, верно! Ура! Дейзе, может, у тебя есть загадка для Эмилии? Кажется, есть. Сейчас. Они поляну украшают. Их дарят всем любимым. А красок сколько дарят. Людей всех и счастливят. Гав-гав! Может, красивые листочки? Щеночек, нет! О, я знаю! Цветы? А вы очень умная, госпожа Эмилия. Вы справились. Ура! А щеночек хочет загадать загадку? Да, Гав-гав, моя очередь. Он помогает нам найти своих хозяев или гость. У всех щенят и всех собак, и даже у людей он есть. Так, у щенят, у собак и у людей. Сейчас... Подсказать? Гав, не надо! А, нюх, да? Гав-гав, правильно! Ты отлично играешь! Ура! О, матушка, можно я буду рисовать? Я хочу кое-что нарисовать для тебя и для Дейзи. Конечно, что тебе дать? Лист или холст? Лучше лист! Держи! Спасибо! Так, возьму карандашики. О, госпожа Эмилия даже рисует? Да, она любит рисовать. Поэтому я и решила дать карандашей, ручку и много листиков. И даже холст. А что она обычно рисует? Я люблю рисовать природу. Люблю цветочки рисовать. Но сейчас я рисую не цветочки. А что ты рисуешь? Я нарисую себя, матушку, и тебя, Дейзи. Меня? Вскоре я закончила рисовать. Я так старалась, хотела, чтобы получилось красиво. Вот, я закончила. Дейзи, матушка, смотрите. Ого, какой красивый рисунок у тебя получился. Это я, это Дейзи, а это ты. Ага. Я так хотела нарисовать нас вместе. Я старалась? Да, ты молодец, Эмилия. У вас отлично получилось. Я не ожидал. Спасибо. Да, было весело. Но была еще одна встреча с Дейзи. И она была еще веселее предыдущей. Ведь мы были на улице. Однажды матушка Фортуна пришла домой раньше обычного. Вот как это было. Эмилия, я вернулась. А, матушка Фортуна, привет! Ты сегодня рано. Да, а знаешь почему? Мы сейчас пойдем на улицу, будем играть. Играть? Да! С нами будет играть Дейзи. Помнишь, он к нам приходил? Матушка Фортуна и пошли на полянку. Там нас встретил Дейзи. Как же я была рада видеть его. И он тоже был рад видеть меня. О, госпожа Эмилия, здравствуйте. Я рад вас видеть. Дейзи, привет. О, не ожидал, что вы так сильно соскучились по мне. Хотя мы не виделись всего несколько дней. Ну что, поиграем? Да, да, будем играть. Я хочу в догонялки. Хорошо. А водить у нас будет Дейзи. А я? Но я же не быстро бегаю. У тебя получится. Догоняй нас. Давай, Дейзи. Догоняй. Не поймаешь. Госпожа Эмилия, куда вы так бежите? Я же не ребенок, как вы. Дейзи, называй меня просто Эмилия. Чего-то? Ох, прошу прощения. Я буду корить тебя за это до конца своих дней. Лучше догони меня. Сейчас надо набраться сил. И вот. Ура! Дейзи меня догнал. Эмилия,
ты так счастлива! Да! Ой, а ты матушку Фортуну не поймал? А, да? Прошу прощения. Иду. Я тут. Оп! Ага! У меня силы стало так много! Я вас тоже догнал! Да, похоже, Эмилия вас зарядила своей энергией. А теперь я вас догоню! Бегите! Ой, разбегаемся! Шершан, я очень быстрая! Очень-очень! Шершан! А? Ой, быстро ты догнала меня, Эмилия! А я уже выдохся! Дейза, отдохни! С тобой очень хорошо играть! Ой, я польщен, Эмилия! Так, а где же матушка Фортуна? Матушка, я догоню тебя! Я быстрее тебя! А? Ой, а куда матушка убежала? Где она? Я посмотрела по сторонам, но матушки нигде не было. Вдруг я увидела рядом с деревом что-то белое. Кажется, матушка спряталась за деревом, чтобы я ее не догнала. Ага! Я догнала тебя! Молодец! Иди сюда, я обниму тебя. Как же весело играть с тобой и с Дейза. Я так счастлива! Знаешь, Эмилия, когда я увидела, как ты играешь с Дейзи, то поняла, что вместе нам намного веселее и лучше. Тебе нравится, когда мы проводим время втроем? Да, мне очень-очень нравится! Я рада. Я о тебе всегда помню, Эмилия. Я очень тебя люблю. Я сделаю все ради тебя. Спасибо, матушка. Я тоже тебя люблю.